Рижского информбюро. 1 мая 1945 года советские войска штурмом заняли ряд немецких городов и населенных пунктов. В их числе Бранденбург, мощный опорный пункт обороны немцев в Центральной Германии. В ходе боев южнее Берлина наши войска расчленили противника на две изолированные друг от друга части и вели успешные бои по их уничтожению. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели важными узлами дорог и сильными пунктами обороны немцев в полосе Западных Карпат. Восточнее города Брно войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город Вышков и несколько крупных населенных пунктов. За 1 мая подбито и уничтожено 37 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 самолетов противника.